Помогите! Помогите! Капитан Бро! Со мной такое случилось! Кстати, прости, что я так ворвался. Не беспокойся, бригадир, черепахи не умеют рваться. Эх. Так что случилось-то? На меня напал какой-то прилипало. Он явно не из простых. Я даже не успела использовать силу своего молотка. Ого, интересно, кто же это? Хотел бы я на него посмотреть. Да, наверное, какой-нибудь самозванец, который хочет помешать нашим планам. Я уверен, у него были суперспособности. Нам надо его найти. Давай разберемся с этим. Погнали к мыслехвату. Сейчас мы быстро выясним, где этот, как ты сказал, самозванец. Мыслехват, у нас важное дело. Прочитай мысли одного прилипалы. Это желтое существо в красном плаще. Мы должны узнать, где он. Конечно, сейчас я загляну в чертоги своего разума. Так, похоже, это желтая утка. Он крадется по главной площади города. Я знал, что мы его найдем. Вперед на площадь города. Стоп, бригадира, ты починил летающую машину? Я как раз хотел ее починить, но меня остановил этот утенок. Тогда просто побежали, пока он далеко не ушел. Бригадир, двигайся быстрее, а то от тебя любой злодей бежит. Фух, как я устал. Мы опоздали! Он ушел с площади. Не сдаваться, я хочу ему отомстить. Попался! Теперь тебе некуда деваться. Я все объясню. У тебя ровно минута. Я тогда не хотела на тебя нападать. Я услышал шум, и у меня сработал рефлекс из боевых искусств. Как ты вообще там оказался? Отстаньте от меня. Я привык быть один. Да.